Заместитель губернатора Кемеровской области некто Панов заявил, что для работников угольных и горнорудных предприятий Кузбасса будет введена обязательная процедура клятвы. Чиновник полагает, что клятва горняка – одна из мер, способных сохранить жизни шахтеров. Вот так вот, господа. Вот что случается, когда наиболее действенный способ защиты от любых неприятностей приватизирует кто-то один. Я про молитву сейчас, конечно же, она, напомню, в данный момент пока выполняет функцию важнейшей антиковидной профилактики, в связи с чем ребятишки там долго думали, как же тогда обезопасить горняков, и слава Единой России. Нашелся умный человек Панов, который решил проблему максимально эффективно. Давайте все дружно скажем мужчине спасибо. Затем замрем в глубоком пардоне. Начинаем. А российский государственный телеканал РТ меж тем по итогам уходящего 2021 года вручил движению «Талибан» премию «Красавчики года», и это не шутка, друзья, вот, пожалуйста, скрин с официального сайта Russia Today, нет, если бы это была частная лавочка, флаг в руки и ветер в горбатую спину, как говорится, делайте, что хотите, но мы сейчас обсуждаем государственные СМИ, напомню, движение «Талибан» запрещено в Российской Федерации как экстремистское, а Симоньян данному движению премию вручает или, говоря совсем прямым текстом, финансирует, ребят, ух ты. Да в любой другой стране эта дама уже бы в СИЗО сидела и отвечала на вопросы следователей. Тем более, что речь идет о бюджетных деньгах. Но в эпоху стабильности, оказывается, случается и не такое. Это Россия Владимира Путина. Здесь одним все можно, а другим нельзя. Вы его напрасно прелестным ругаете. Он интересы защищает. Чьи интересы, позвольте осведомиться? Известно чьи. Трудового элемента. Впрочем, ни у одной Симоньян кукуха поехала в этом шалмане под названием «Администрация президента». Пресс-секретарь Владимира Владимировича Песков так обделался на медне. Не дай бог подобное позорище пережить, еще раз рассказываю. В эфире ВГТРК, в главной политической программе страны «Москва, Кремль, Путин» вот это вот недоразумение стояло и откровенно брехало. Это было наглое вранье на глазах у всего мира. Балаболки задали конкретный вопрос. Почему на пресс-конференцию великого кормчего не пригласили журналистов из «Новой газеты»? Ребят, я чуть со стула не упал, когда человек открыл рот и начал складывать звуки в слова. Внимание на экран. Ну, я бы сказал, это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Это, ну, может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить. Большинство средств массовой информации, кому мы не звонили до последней недели, они инициативно выходили на нас, тем самым напоминая о себе. Вспомнили мы про «Новую газету» за 2 дня до пресс-конференции. Да ладно, серьезно, просто забыли. На минуточку, 10 декабря главному редактору данного издания вручили Нобелевскую премию. Мурадов стал единственным журналистом в нашей стране за всю новейшую историю России – и 4-м россиянином вообще, кто удостоился признания на таком уровне для любого государства, это победа. Повод для гордости – это событие. А Песков просто забыл пригласить нобелевских лауреатов на пресс-конференцию. Вообще, можете в это поверить? Более того, вопрос от «Новой» там ведь все-таки прозвучал, его задал мой коллега из «Эхо Москвы». Дело в том, что не все смогли попасть на эту пресс-конференцию, и как раз один коллега из «Новой газеты», Дмитрий Муратов, нобелевский лауреат, он передал вопрос, я его зачитаю, чтобы не переврать ни одного слова. Владимир Владимирович, вам лично известны имена заказчиков убийств Политковской и Немцова?
То есть даже слова Пескова о том, будто журналисты сами не проявили инициативы по поводу аккредитации, разбиваются о ложь. Раз Мурадов додумался коллегу говорить, чтобы вопрос озвучили. Но очевидно же, что человек пытался и эту аккредитацию пробить. Просто Песков забывал в кавычках брать трубку, когда ему звонили из Новой. Вот это больше похоже на правду. Поздравляю вас, господин Собравший! И после этого они сетуют, нас не уважают. С нами не считаются. Да кто вас после такого уважать-то станет? Хрен с ним, когда врет какой-нибудь полоумный Соловьев. Чихать, когда брешет Симоньян и даже Андреева. Но мы-то с вами о пресс-секретаре первого лица сейчас. Когда этот человек что-то говорит, считайте, что с вами общается глава государства, а тело стоит и лжет на глазах у всей планеты. Поэтому я и спрашиваю, как к нам после этого должны относиться в мире, кто вообще с нами захочет о чем-то договариваться? Это реальная журналистика. Шариковы на галлоперидоле. Тема сегодняшнего выпуска. Дальше поехали. В Центробанке решили продолжить взятый неделю назад курс на уничтожение российской экономики. Ну, помните, в прошлом выпуске рассказывал, как Набиуллина в надежде противостоять растущей инфляции увеличила ставку рефинансирования до 8,5%. Рассказывал, к какому Алису это в конце концов приведет. Кто не успел посмотреть, пожалуйста, ссылка на ту программу, насладитесь. И вот, значит, новый подарок от Эльвиры Сахибзадовны прилетел. Теперь они хотят усилить контроль за банковскими переводами граждан с карты на карту. Ну, многие же сейчас так делают. Подарок по случаю дня рождения, два клика, деньги ушли на счет имениннику. Попросил у приятеля взаймы, то же самое на работе. Скидываемся на новогодний корпоратив. Маш, дай номер карточки, я тебе туда закину. Ну и так далее. Короче, ЦБ такие операции тоже захотели отслеживать. Преподносится идея, как обычно, в виде благих намерений. Типа с онлайн-казино это поможет бороться с букмекерами и прочими лохотронщиками. Но мы-то с вами понимаем, да зачем оно делается, верно? Тотальный контроль. Еще один поводок, на который пытаются посадить россиянина. Удобная, кстати, штука. Банковская тайна по боку, а в случае чего прижать к ногтю можно любого. Отказался, например, вакцинироваться, хлоп, и заблокировали доступ к банковскому счету под каким-нибудь надуманным формальным предлогом. Типа подозрительный платеж у вас случился какого-нибудь 5 сентября, и мы вас решили обезопасить. Вы что, с ума сошли, что ли? О последствиях говорить надо, нет. Но я все-таки скажу, ребята, а мы с вами опять уйдем в черный нал, как в 90-е. Оно, кстати, уже началось. Вот добрая половина таксистов в моем родном Екатеринбурге с недавних пор отказывается возить пассажиров по безналу. Давай, говорят, живые деньги или проедем мимо банкомата, по-другому никак. В небольших магазинах, кафе и ресторанчиках все чаще можно услышать фразу «У нас не работает терминал». Многие мои знакомые пишут на работе заявления с просьбами выдавать им зарплату через кассу, а на деле это удар по экономике, ведь чем меньше денежной массы в ней вращается, имеется в виду легальных денег, тем меньше налогов и неналоговых отчислений, тем больше дыры в бюджете. И опять Сахибзадов не придется искусственно давить инфляцию за счет увеличения ключевой ставки, выпуска дополнительных тонн резаной бумаги. Вам прямым текстом говорят, причина инфляции – в монополизации экономики и в неправильной налоговой политике правительства. И спрашивают вас, вы-то как это видите? Вам, может быть, какие-то дополнительные инструменты нужны, полномочия, чтобы сдержать инфляцию? Потому что вы своей главной целью, и вообще это по Конституции так, вы должны заниматься сдерживанием инфляции. На самом деле я уже даже не знаю, на каком языке объяснять нашему безграмотному населению, что главная причина бедности граждан и их бедности – это бездарные действия путинских министров, которые ведут себя как дети постоянно.
Действуя как небезызвестные финансисты в небезызвестной сказке, давайте закопаем 5 золотых на пустыре, польем все это дело водой из лужи, а на утро вырастет дерево, увешанное монетами. Вот в этот вариант среднестатистический Ваня искренне верит, а я и подобные мне враги, иностранные агенты, наговаривают на приличных людей... Ну и под занавес еще одна приятная неприятная новость. Всемирная торговая организация обвинила Россию в дискриминации европейских товаров с помощью политики так называемого импортозамещения и от нас потребовали штраф в размере почти в 300 миллиардов евро. В пересчете на рубли это примерно 2,5 триллиона, по мнению ВТО. Действия российских властей, которые те преподносят как антисанкции, ставят зарубежные компании в невыгодное положение по сравнению с отечественными, из-за чего тамошние торговцы несут убытки. И вот тут надо разжевать. Пропагандисты и ура-патриоты уже визжат. А не надо было вводить санкции против нашей страны, тогда бы и у них проблем сейчас не было. Вы заблуждаетесь, господа. Вот это действительно другое. Дело в том, что конкретно против РФ никто никаких санкций никогда не вводил. Они были направлены против конкретных людей с именами и фамилиями, а именно против конкретных бизнесменов, чиновников, общественных деятелей. Еще раз. Не против России, а против Васи, Пети, Феди. А вот наши-то дуболобы свои контрсанкции запузырили в отношении целых отраслей Евросоюза, совершенно не подумав, что Россия вообще-то является членом этой самой ВТО, и по правилам данной организации мы должны вести добросовестную торговлю, так что тут косяк за нами и чем. Ситуация разрешится пока даже предполагать рано, но Воронежу я бы посоветовал приготовиться. Все, переваривайте, это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Подписывайтесь на канал, в соцсетях жду, например, в Телеграме ссылка под видео. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!